Tired of being what you want me to be. Feeling so faithless, lost under the surface. You don't know what you're expecting of me. Put under the pressure of walking in your shoes. Caught in the undertow, just caught in the undertow. And every step that I take is another mistake to you. Всем привет. Привет! Наконец-то еду забирать я свою львицу. Напомню, отдал я ее 14 мая. Сегодня у нас 3 июня. Делалась она больше полумесяца, чуть больше. Напомню, с какими проблемами я ее отдавал. Требовалась покраска передних порогов, передних крыльев. Потом пороги и задние крылья. Вот. При разборке казалось, что передние крылья из-за своей конструкции, там такой специальный кронштейн крепления крыла кузову, как карман для собирания грязи. Так вот, крылья на выброс. То есть заказали новые крылья, оставили. В общем, ну что, поехали забирать. Сейчас иду на остановку. Не ездил на транспорте уже очень давно. Кстати, маску забыл. Наверное, в транспорте с этим строго. Ну, попробую без маски. Вот, и что еще хотел сказать. Поехали. Так, ну что, нужен нам 107-й. Так, ближайший 5 минут, наступный 22, я, если я правильно понимаю эту надпись. Ну, подождем. I get those goosebumps every time you come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah. It's way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich, throw that to the side. Yo. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, when you throw that to the side. Yo. I get those goosebumps every time. Ну что, добрался я до остановки. Сейчас пройдусь немного, где меня встретит мой одногруппник. Я имею в виду одногруппник по клубу Пежо. И одногруппник по клубу Friends, мой друг Паша. Ну, поедем за моей машиной. Ну что, подхожу я к остановке, где мы договорились с Пашей встретиться. И поедем. Дело в том, что мастер, который красил мне автомобиль, Женя, находится 15, наверное, 20 километров от Кольцевой, не в Минске. Обратился я к нему все-таки не зря. Так, ну что, пока нету, не вижу. Подхожу на остановку, но ему ехать тут недалеко. Да, в будущем надо, конечно, если продолжать снимать какие-то видео, что-то делать со звуком. Потому что так записывать это и со стабилизацией тоже. Ну что это за видос? Ну пока так, любительское. Хоум. Хоум порно. Точно, блядь, порно. С теми автомобилями. Один секс. Один секс. Один секс. Один секс. Один секс. Упорно. Упорно. Один секс. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich. Throw that to the side. I get those goosebumps every time. Yeah, when you're not around. When you're
throw that to the side. I get those goosebumps every time. Ну что, вот, собственно говоря, и мой одноклубник и друг Паша. Вот так вот мы помогаем друг другу. Что, поедем? Привет! In your eyes there's a heavy blue. One to love and one to lose. Sweet divine, the heavy truth. Why do I want? Don't make me choose. I wanna feel the way that we did that summer night. Drunk on a feeling, alone with the stars in the sky. I've been running through the jungle. I've been running with the wolves to get to you. Падает она и... Нет, по подвеску все нормально, никаких вопросов нет. Просто я поехал так, на... прямо, да? Да, к одним диагностам, они мне типа, ой, нам не нравится такая подвеска, она не ломается. У тебя все нормально. Ну, блин, я же чувствую, что ненормально. Не то, что я там доебываюсь, но действительно, блин. Так ты все-таки решишь нам на Мартера, да? Да, да, вот, наверное, вот где этот вот газель выезжает. Да, угу. Ну что, момент истины сейчас будет? Движение успел. Так, 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 так. Стоп, 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 нет. Сюда? Нет, там будет шире дорога. Что там это? Что это? Что там? Так, сейчас посмотрим, как это правильно. Это правильно все, по этой улице. Да, полирует. Рановато приехали. Ну пусть работает, покурим. Что, погуляем, пока ждем, да? Блин, красиво летом. В Беларуси. Не пока, а глянь, там кто там. Чайки, наверное, сидят, да, на каком-то стартипном. Ну. Красиво. Блин, я помню в детстве, у нас в Курасовщине тоже там речки течет. Мы так любили что ползать по этим рекам, блин. Слушай, а что за зона? Ну подай-ка я Google. Google Maps. Посмотрю на картах, что оно. Слушай, тут красиво, да? Посмотреть, может, она где-то расширя. Да? Да. А, видишь, приток птичий. Вот, пожалуйста. Ну. Google открыл птичий. Красиво. Давай пропустим. Так. Пропустим велосипедистов. You say you love.
you crazy, we're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother. I know you since we were like 10. Yeah, don't mess it up, talking at ears. Only gonna push me away, that's it. When you say you love me, that made me crazy. Here we go again. Don't go look at me with that look in your eye. You really ain't going nowhere without a fight. You can be reasoned with them, don't be impolite. I've told you 1, 2, 3, 4, 5, 6 thousand times. Ты поваляешься. Не, так а смысл нам на другую сторону? А, мы можем перейти и по тому мосту вернуться? Такое давай. Себе дело. Это надо, только надо в разношак идти, знаешь, как солдаты, блин. По мосту вольно говорят, чтобы не было резонанса этого. Да, наверное, мы можем вернуться. Нет, прикольно. Что интересно. Так вот, смотри. Ну что, вон мои крылья лежат. Ой. Вымазать можно. Да, ну, а, ну понятно. Любвеобильный, да? О-о-о-о. А мы еще собирались их лечить. Не, ну вот, видишь, кронштейн, и там просто все говно стоит. И все. Ну все вот говорят, да, про это. Кронштейн все сгнивает. Кромка протирается под крылком, начинает гнить. А почему это дерьмо? Ну, то есть, снаружи крыло еще не годы, а уже внутри типа. Вот оно вылазит пузырями наружу. Пузырями наружу, то что внутри прогнило наружу. Офигеть. Ну да, то есть это конструктивный дефект, это называется конструктивный дефект. Они сделали, получается, крыло хлипкое. И оно потом со временем трещинами идет. Они усилили просто каркас. Ну, с пятым центральным тоже с крыльями проблемы. Ну, та же история, походу, скорее всего. Ну, как обычно. Три года на сколько там? Пять лет гарантии хватает. Есть, а дальше. Ну, я хочу сказать, что я на C5 вот 7 лет отъездил у нас. И только после 7 лет у меня начали лезть. Я продал ее, я не делал. Они начинают лезть, уже потом уже поздно. Уже все. Конечно. Ну, так это вот, что знает дырка. То есть, если бы эти крылья лечить по-хорошему, это надо отсверливать этот каркас. Вычищать, выпесочивать, подваривать и назад приваривать. Ну, да. Все пооставались там. И это уже до нас. Это мы не откручивали их, они уже были. Понятно. Ну что, не будем отвлекать тогда? Ну, мне еще минут 20. Ну хорошо, мы посидим тогда, что мы будем делать. Да, можете, можете. Ну, хорошо, то есть это самое. То есть это как бы можно, да? Договориться, да, пригнать, да, как-нибудь, да, нормально сделать. Задние. Потому что реже пользуются. Да. Они закисают и начинают. Блин, я не знаю, я покачал с амортизаторами, все нормально. А, во, блин. Дашь мне краску, я буду баловаться, вот. Я тебе дам краски много, балуйся. А как мне ее тамповать? Берешь вот эта вот чистая машина, берешь зубочистку. Угу. В крышечку наливаешь краски чуть-чуть, поболтал, налил. Точечку поставил маленькую. Лучше три маленькие, чем одну большую, чтобы она начала стекать. Начала стекать, ничего страшного, быстро вытер, ничего не будет. А она недолго. И все. Маленьких пару точек поставил. Все. А вот это я узнавал, поправимое дело. Да, без покрасочного. Они снимают молнию, опускают стекло и долазят. И это вообще не проблема. Все, понял. Это дешевле так сделать. Так, все, снимайте фирусы, я отдаю краску. Так, а что, давай... Сядь тогда уже, загляни назад просто. Да, здесь вот хрена. Я тебе могу дать толщиномер, может, поразвлекаться. О, давай, мне просили, кстати. Давай. Мне говорят, возьми толщиномер, поразвлекайся. Я говорю, да, блядь, делать не некогда, чтобы голову... Хочешь снять, как он немножко такой... Для истории. Навряд ли хоть где-то найдешь. Завода не найдешь, да? О, ну давай, самая больная. Давай. Вроде похоже на завод. 104. От 80 до 120 должно быть. Угу. А, подожди, тут на радиус не видит сразу. Ну, 80. Угу. Вообще ничего не показывает. 80, 99, все. Да, так, да. Здесь вот будет
121, уже чуть переборщил. Ну, здесь лак. Угу. Так, арочка. 140. Так, шпакли здесь, вот здесь, это была маленькая пятнышка. 140. Ну, это шпакли не найдем. Мало было шпакли. 109. Так нормально. 90. Ну, на, развлекайся. Вот крыло сейчас. Вот, давай вот, ты... Новое оригинальное по мокрому под толщиной номер. Вот, 80 вписался. Угу. Ни хрена себе. Так, слушай, так получается, ни хрена... Ну, она носу пошпаклевывала, подгрунтовывала, вот уже 130. И... Ага. Капот. 200. 214. Значит, его грунтовали, перетирали. То есть уже... Ну, а давай посмотрим эту сторону битвы. На, развлекайся. Просто да. Прислоняешь, он тебе покажет. Ровно. У меня на этой машине, вот на моей, да, с Европы она приехала, у меня правая дверь одна перекрашена, все остальное более-менее ровно. А правая дверь сейчас показывается. Здесь это грунтанули, покрасили, это ничего страшного. Ну где-то поцарапали. Шпаклевка начинается от 300. 300 это уже, значит, есть шпаклевка. Ну, они, ну где-то притерли, да? Где-то... До 1100. Но опять же, шпаклевка можно наносить и с большим слоем. Но главное тонкими слоями. Намазал, смешной. Тогда не будет проблем. А все таки, о, шпаклевка сантиметр лопнула. Если ее наносили по 2 мм за слой, она не лопнет никогда в жизни, если там, ну, все нормально. А если сразу сантиметр, она 1000, она внутри не просохнет, живая. Температура, солнце, расширение, и просто само по себе лопнет. Даже дорогая. Подожди, сейчас найду. Во, 800. Вот здесь вот варено, 800. Вот. Видишь? 820. Вот здесь шов сварной. Ага. Слушай, так а что там, кусок варили или что, блядь? Порог заменили. Сейчас поменим порог. Переднюю часть. Вот эта вот часть порога заменена. То есть они где-то его просто где-то... Да, размолотили. Размолотили. Но самый прикол при том, что он еще помят потом. То есть его въебали, поменяли и потом еще раз ебали и покрасили. Блядь. Потому что он шпаклеванный. Новый шпаклёк обычно сварные. А ты ее брал с России, да? Ну, я ж узнал потом. Мне ж Вася прислал всю историю. Ну, российская, да, была? Ну, они же там ребята... Нет, ну она... Вот, значит, у нее есть 300, блядь. Поэтому может получить 300, если бы ты ел. Поэтому отдаёшь деньги и не знаю. И лучше, блядь. Деньги свои забросил, слезы получил и поехал, блядь. Это анекдот же хороший есть такой, да? Пришли два еврея в этот самый, блядь, публичный дом, говорит, у нас есть... $10, кого мы здесь можем поебать? Администратор стоит, можете выйти за угол друг друга. Все проходит 10 минут, приходит, а кому деньги платить? Типа того, да? Парни, деньги заплачены, машина у меня, хорошо, очень хорошо сделал, я доволен результатом его работы, сделано отлично, вопросов вообще никаких, буду обращаться, всем пока. Жене Маляру, блин, большая уважуха, респект. Дальше поехала камера. Жене Маляру, респект, уважуха. Он знает свое дело. Класс.
so faithless, lost under the surface. You don't know what you're expecting of me, put under the pressure of walking in your shoes. Caught in the undertow, just caught in the undertow. And every step that I take is another mistake to you. Afraid to leave.